говорят, вот вернутся скоро брежневские времена застойные. Ну, во-первых, и в советские времена, и даже в начале 90-х, я не хочу, чтобы это выглядело как огульная критика, было много и позитивного. Но я что-то не припомню, чтобы послевоенное советское руководство, лидеры советские послевоенные, так же интенсивно работали, как это делаю я или действующий президент Медведев Дмитрий Анатольевич. Что-то не припомню. Не могли. Они не могли и в силу физического состояния, и в силу непонимания, чего надо делать. Может быть, и шевелились бы, только не понимали, что. И не было воли для того, чтобы это делать.